Всем привет! Я вам хочу сейчас показать и рассказать о подогреве и очистке бассейна, мини-бассейн на 7 кубометров, который расположен в теплице. Самый простой способ, которым можно подогреть этот бассейн и очистить со дна отложения. Для Чтобы не зеленела вода. того, чтобы вода не цвела и была чистая. Для подогрева используется пленка. Пленка – это пленка для покрыва Прудов. антипросачивания Прудовой. прудов. Черная пленка. Она покрывает полностью всю воду и подогревает верхний слой воды. Эта пленка скатывается в рулон и очищается верхняя часть воды, подогретая. Дренажный Так. насос. Работает все время дренажный насос Для на перемешивания дне воды. для перемешивания воды. Он с поплавком. Поплавок Как кольцевой выключатель. – это выключатель насоса. Когда вниз опускаешь, он прекращает работать. Поднимаешь, он включается. Включение насоса Его при подъеме вверх. можно использовать для сбора осевшейся мути, которая образуется. Ил, который собирается на дне, можно убирать вот этим самым насосом дренажным. Вот сейчас покажет человек, как убирается. Вон на днище ведется По углам, по сборник, краям собирается грязь. и грязь убирается, всасывается в насос, выбрасывается за бассейн. Сейчас температура в бассейне 28 градусов. Вот он, градусник. Вот. Так, вот на градуснике температура 28 градусов. Это за счет вот этой пленки. И перемешивание воды с помощью насоса. Снизу забирается, сверху опять возвращается в бассейн. Уже подогретая. Для подогрева используется сегодня. В прошлом году мы вам показывали лист сотового поликарбоната, который был приспособлен для пропускания воды площадью 12 квадратных метров. Вот. А сегодня используем простой способ. Пленка. Просто шланг лежит. А больше всего используется как для перемешивания воды в бассейне. Так, вот вода чистая. Спасибо за внимание. Да. Вода в бассейне залита в мае месяце. Вот. Сегодня уже июль месяц. Вот. И вода из бассейна не менялась. Видите, вода чистая, не зеленая, ничего. Вот это за счет пленки прудовой, которая совершенно не пропускает солнечный свет. И второй это как используется как то, что солнечные лучи, падая на эту пленку черную, полностью поглощается и прогревается. И верхний слой бассейна прогревается 35-40 градусов, а за счет насоса для перемешивания воды. Сегодня 28 градусов в бассейне. То есть очень простой способ для подогрева и для осветления воды.